В Азербайджан прибыли еще 136 саперов турецких сухопутных войск. Информация об этом была размещена на официальной странице Министерства национальной обороны Турции в Твиттер. Личный состав спецподразделения по поиску и обезвреживанию мин сухопутных войск Турции численностью 136 человек отправлен в Азербайджан. Они приступили к деятельности по разминированию территории в Карабахе, освобожденном от оккупации героической азербайджанской армией, говорится в публикации. Напомним, что первая группа саперов из Турции прибыла в Азербайджан в конце ноября.